Здравствуйте, друзья, здесь Демятков Юрий. Недавно я рассказывал про роботизированную торговлю Уолл-стрит. Это торговля на американскими ценными бумагами при помощи робота с подсказками. И вчера была у меня дочь, я ей рассказал про это, и мы решили вместе с ней подключиться к этой торговле на паритетных началах. То есть 50% средств дает она, 50% я, потому что денег у нас не хватает для того, чтобы подключиться, ну, каждому. Вот, во-первых. Во-вторых, дочь сказала, когда я ей рассказал, она говорит: слушай, ну это же надо квик, то есть подсказка приходит, надо залезать в квик, надо, так сказать, делать саму заявку, надо разбираться в этом деле. Она не очень, так сказать, рвется в этом разбираться, а я как раз наоборот вполне себе разбираюсь в квике. Вот, поэтому мы решили вот совместно сделать такую 50 на 50, и, соответственно, результат будет тоже 50 на 50 ровно. Поэтому вот я внес буквально вчера 250 тысяч на биржу, и, соответственно, завтра я куплю на эти деньги доллары, дочь тоже довнесет, что не хватает, и где-то в районе 500 тысяч у нас будет, ну, там с небольшим, судя по всему, мы начнем торговать. О том, какие сделки предлагает робот, как это все происходит, что там, так сказать, какая доходность дается, я буду держать вас в курсе. Дело в том, что, ну, это все-таки поживее немножко, чем модельный портфель, чем структурные продукты, тем более, потому что структурный продукт этой серии положил и забыл, структурный продукт защиты капитала, структурная нота тем более, вот, а здесь, ну, сделки какие-то надо открывать, закрывать самостоятельно. И какие будут рекомендации, какие будут результаты, я буду рассказывать. Там по предварительным, ну, как бы по презентации я уже говорил, что большая часть сделок будет убыточных, но те, которые прибыльные, будут давать прибыль больше намного, что все убытки от убыточных сделок будут компенсироваться. Еще раз повторяю, что для того, чтобы подключиться к этой стратегии, нужно иметь, во-первых, брокерский счет, во-вторых, надо подключиться, ну, как минимум, к Санкт-Петербургской фондовой бирже, потому что все инструменты, которые используются в этой технологии Уолл-стрит, в этой стратегии, они есть на Санкт-Петербургской фондовой бирже, и самое главное, надо уметь пользоваться квиком, то есть биржевым терминалом, потому что все сделки подключаются, производятся через биржевой терминал. Ну, если у вас чего-то из этого элементов нет, я готов помочь вам с этим делом и подключением биржевого терминала, и настройкой его, и о том, как пользоваться. Об этом как раз есть у меня курс «Биржа для чайников», для тех, кто совсем-совсем ничего не понимает в биржевом терминале. И, ну, это очень хороший старт, например, потому что мы торгуем по подсказкам, мы понимаем, что вот точки входа дает робот, точки выхода тоже дает робот. Робот тестировался, как я уже говорил, ну, умнейшими людьми, он, так сказать, долго-долго тестировался, долго подгоняли все параметры, которые есть. Средняя доходность 13,1% годовых за 7 лет. За 7 лет тестирования, 6 лет было тестирование на данных и 1 год реальной работы. 13,1% годовых в среднем. Максимальная доходность была 37 с лишним там процентов за год. Минимальная минус 1,4% был убыток, потому что, ну, это был год кризиса. Сейчас эксперты оценивают, что кризиса в ближайший год-два не будет, поэтому мы решили попробовать. Во-первых, а во-вторых, ну, будем знакомиться с американским рынком. Поэтому оставайтесь на моем канале, вот там значок вправо внизу «Подписаться», если вы еще не подписаны, там будет колокольчик, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои выпуски. Вот, и, собственно говоря, до встречи. С вами был Демятков Юрий.